Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на по-настоящему премиальный пылесос. Он вертикальный, беспроводной, и там применяется карбон. Да, углеволокно. Как вам? Давайте вместе разбираться, как там все работает. Полное наименование пылесоса Dreamy V12 Pro. И это один из самых интересных пылесосов сейчас вообще вертикальных, доступных на рынке в плане сухой уборки. Потому как он мощный, работает долго, и обо всем этом мы сейчас с вами поговорим. Большое количество насадок тоже в наличии. Но начнем, как всегда, с распаковки. Первое, что нас встречает, это инструкции. Их тут достаточно много, различные памятки, все как полагается. В первом же отсеке сверху находится сам пылесос. Вот так вот сразу сходу смотрим, что у нас лежит дальше. А это удлинительная трубка, и выполнена она из углепластика. Да, это карбон. Самый настоящий, максимально легкий, максимально плотный, и таким образом он прочный и супер легкий. Вы понимаете, да, вес пылесоса минимальный. Это один из самых легких вообще вертикальных пылесосов, доступных сейчас на рынке. В плане соотношения мощности, то есть это действительно мощный пылесос, и его конечного веса. В следующей коробочке у нас находится выдвижная щетка, она у нас со щетинкой на конце, соответственно, максимально классическая, как мы видели в большинстве современных пылесосов от различных брендов. Зарядное устройство, щетка для уборки мебели, моторизированная, убирает крайне эффективно, отлично справляется как с диванами, так и с различными другими типами поверхности. Щелевая трубка у нас прозрачная, с фонариками на конце. Посмотрим, как это работает чуточку позже. Удлинительная трубка, которая у нас вот таким образом растягивается и может дотягиваться до труднодоступных мест, когда вам неудобно залезть туда при помощи классической удлинительной трубки. Основная моторизированная щетка у нас тоже присутствует. Она у нас турбо, соответственно, максимально быстрая и, конечно же, позволяет убираться эффективно. Очень понравились прорезиненные колесики и в целом исполнение всех материалов. Щетка для уборки на поверхностях вроде шкафа, где-то там высоко. Ну, очень неплохо справляется в моем случае с занавесками. Я обычно такие так и использую. Есть загибающая перемычка. Таким образом, она позволяет вам убираться где-нибудь под диваном, под столом, под кроватью, неважно. Ну и, конечно же, здесь присутствует док-станция, которую вы можете разместить на стене. У нас подкрепляется туда сразу три типа насадки, и мы можем использовать их попеременно. Первое, с чего стоит начать, это кнопка сброса мусора. Очень важная кнопка, вы на нее нажали. Руки не пачкаете, до мусора не дотрагивайтесь, у вас все абсолютно быстро сбрасывается. И причем она находится не где-то там снизу, а вот здесь вот сбоку, поэтому нажимать на нее реально удобно. В плане дизайна, исполнения материалов и всего остального, все на очень высоком уровне. Это реально крутой пластик, который будет вас радовать долгое-долгое время. В столовой части находится дисплей, причем это полноценный дисплей. Здесь у нас отображается процент заряда, а также режимы, которые включены. Переключаем режим, и, соответственно, у нас меняется цвет вот этого самого колесика. Если не хотите держать постоянно кнопку включенной, вам достаточно нажать на кнопку блокировки. И, соответственно, у нас будет работать пылесос всегда, а кнопку держать будет не нужно. Тут выбирайте сами, как вам удобнее использовать. Можно так, а можно так. Естественно, каких-то сенсорных функций здесь не предусмотрено. Также здесь находится отдельно порт зарядки. Если мы не хотим использовать, например, зарядную док-станцию, то можем заряжать напрямую сам пылесос. Ну и, естественно, я бы, наверное, еще отметил, что здесь мы все-таки можем снимать различные вот эти детали, элементы вроде фильтра сверху. Это классический HEPA-фильтр, который у нас фильтр мелкой очистки. Также у нас есть два вот таких вот болтика. Если мы их открутим, сможем снять саму батарейку и поменять ее. Да, это не быстросъемная батарея, но все-таки она здесь присутствует, и ее можно поменять. И также здесь есть индикация дополнительная сбоку по состоянию батарейки. По сути, дублирует то, что есть на экране. Ну и давайте достанем, соответственно, фильтр сам. У нас фильтр по типу циклон. Он здесь размещается внутри. Вы его тоже можете достать, почистить, помыть без каких бы то ни было проблем. Он не несет в себе каких-то элементов, которые могут от этого испортиться. Ну и максимально простая установка. Вы поставили полоборота, и он уже закреплен. Ну и далее защелкнули. Так что очистка и разборка пылесоса в два клика. Щетка, которая у нас убирает мебель, крайне эффективная. В этом плане это одна из, наверное, вообще самых эффективных щеток, что может быть с пылесосом в комплекте. Естественно, саму щеточку можно извлечь благодаря вот такой вот боковой истории. И у нас есть еще и подвижная часть. Убираться на диване, где бы то ни было, еще одно удовольствие. Огромное количество пыли, вы даже удивитесь, насколько много можно вытянуть из фактически обычной мебели, мягкой, которая находится у нас дома. Следующая щетка у нас с выдвижным ворсом. Соответственно, кнопочка нажать,
сказали, выдвинули можно вычищать из труднодоступных мест, где-нибудь под плинтусом. То есть уборка происходит следующим образом. Мы подключили, включили режим помощнее и собираем всю вот эту вот пыль, грязь по углам и в труднодоступных местах. Угловая щетка тоже здесь есть. И, как я сказал, у нее есть светодиоды. А это, в свою очередь, помогает еще проще видеть, что где находится. То есть, если вы куда-то подлазите с ее помощью, то теперь вы будете четко видеть, что там происходит в глубине. Щетка для уборки на поверхностях повыше, вроде шкафов, на холодильнике, классическая, понятная. Ее, кстати говоря, легко использовать с тем же гибким шлангом. Например, в моем случае это отлично подходит для уборки занавесок в доме тюлей. И то есть здесь не происходит какого-то дикого присасывания, однако пыль собирается. И самое главное, получается очень эффективный тандем. Выглядит это следующим образом. Думаю, что для вас тоже будет весьма удобным решением. Док-станция действительно удобная. Здесь есть поворотный механизм, куда устанавливается пылесос. Есть дебеля и саморезы для того, чтобы это закрепить на стене. А также у нас три коннектора для трех разных щеток. То есть можете выбрать, которыми пользуетесь чаще всего, и подключить туда. Карбоновая удлинительная трубка супер легкая. Ну вот прям вообще. Я не знаю, сколько она весит. Я, честно говоря, даже не понимаю, как это можно было бы взвесить с точки зрения того, что она достаточно длинная. Это не совсем комфортная история. Но по ощущениям это грамм, ну может быть 20-30. То есть она вот реально невесомая. И в плане исполнения это позволяет пылесосу быть процентов этак на 30-40 легче, в отличие от всех аналогов и конкурентов. Ну и, понятное дело, сама моторизированная щетка, которая позволяет у нас убираться эффективно. Колесики прорезиненные, ходят очень хорошо, они даже немножко такие мягковатые, за счет чего сцепка с любым типом поверхности обеспечена. Ну и, конечно же, сама щетка V-образной формы, она проходит этакой спиралью, перемежается между силиконовыми вставками и щетинистыми. Извлекается она без дополнительных каких-то аксессуаров, просто повернули ручку и достали ее, можно после этого почистить. И тут стоит сразу выделить момент того, что, смотрите, контейнер для сбора пыли у нас 500 мл, это достаточно много, у него действительно мощное всасывание, но при этом он готов работать 85 минут. Да, это на базовом режиме, и при всем при этом у нас будет 160 тысяч оборотов в минуту самой щетки. То есть он живет долго от одного заряда батареи, и параллельно с этим является очень эффективным и мощным. Наравне с любыми абсолютно аналогами. Плюс у нас здесь бесщеточный двигатель, который у нас позволяет максимально эффективно убирает на любом типе покрытия и материале. Суммарно мы получаем, что именно благодаря вот подобному эффективному использованию двигателя, высокому уровню заряда и, соответственно, все это вкупе, вы убираете всю квартиру на одной зарядке и делаете это эффективно. Давайте переходить к итогам. V12 Pro – это та модель, что способна действительно стать одной из самых легких вообще, что доступны на рынке. Ну и согласитесь, премиум использования карбона – это тот случай, когда ты смотришь и такой «Вау!». Всем друзьям показываю, все говорят «Вау!». И ради этого уже интересно воспользоваться предложением по ссылке в описании. В общем, чекай там актуальную цену, как всегда скидки, все моменты, все там внизу по ссылке в описании, она же будет продублирована в прикрепленном комментарии. Большие пальцы вверх ставь, на канал подписывайся. Внизу есть красная кнопка, она обязательно должна стать серой. Нажимай на колокольчик целых два раза. И, конечно же, несколько дополнительных роликов сейчас перед тобой. Переходи, кликай, смотри, там много всяких интересных гаджетов.